Ладно, тадам, друзья, всем привет, с вами вновь Slam, вновь это DSL TV, друзья, мы смотрим Counter-Strike, Fnatic CS 1.6 Лига, мы смотрим противостояние первых полуфиналистов, это команда Израиль, команда Fnatic, счет по картам 1-1, и прямо сейчас мы будем смотреть третью карту, нюк, начнем мы с ножей, не как по традиции, завтыкали, забыли, не успели, пока что лайкайте Facebook, присоединяйтесь к комьюнити ВКонтакте и vk.com/sl4mtv, и туда в конце этого матча упадет, конечно же, ключ, тут вот, как видим, вот Гзист в попытке как бы... Ну, в попытке он был, в общем-то. Короче, датчанам здесь, по-моему, очень даже нехило сейчас повезло. Выиграв эти ножи, они, по-моему, могут устроить достаточно плотную противозабастовку своим оппонентам из команды Fnatic. Ну, будет жестко, будет жестко. Вот у датчанин все... Я, кстати, сейчас 1-1, чего? Ходил, там в клубе у нас появился Юра Страйк, которого я хотел пригласить комментить, но он там твердо вообще висит. Юрец у нас решил дотс Владом покомментить в один момент. Ну и там также находится Бондик, и вот мне Бондик что показал. Интересная статистика по чемпионатам на HLTWorld. Бондик там просто как бы то ли по пистолеткам, то ли... Сейчас я посмотрю даже вот статс и посмотрю General. Overview. Там должно быть... Нет, это не то. Тут надо, наверное, смотреть coverage, если я не ошибаюсь. Там в coverage написано... Нет, не coverage. Как же он это показывал? Stats... Events. Stats Events на HLTWorld есть такая вкладочка. Если посмотреть там Fnatic Play League, то команда, которая самая топовая там, это SK Gaming, а самый топовый плеер это Бондик. И... Он, конечно... Ну, у Бондика вообще очень твердая статистика. Вот тиммейты. Blade, Zuan, Малой, крутой. У Бонда Total Kills за ивент стоит 129. Смертей 87. КД 1.48. То есть это очень-очень хорошее КД. Это как бы... Оно невероятно офигенное. Вот, он сыграл 140 раундов. Average kills per round 0.92, конечно же. Average deaths 0.62. Рейтинг 1.39, Best Weapon 4.1, ну и Team Rating Rank 1. Ну, мы видели все матчи Kirchnet, друзья, жаль, что эти парни не попали в плей-офф этой лиги. Ну, это было бы зрелище, на самом деле, если бы они там были, это было бы нереально офигенно, но... Но... Не вышло у парней. Вот меня спрашивают на HLTWorld, что такое поп-дог. Ну, поп-дог это вагон, то есть, как бы, на трене два поп-дога, один поп-дог при выходе на закрытый, то есть, это я говорю, это когда я еще играл, это вечность назад было, то есть, у нас это так называлось. Но поп-дог один у апдауна стоит, то есть, там, когда под ним лезешь, собаки лают, а один стоит на закрытом, и при выходе на закрытый, естественно. На нем просто написано поп-дог, типа, корм для собак, все такое, ну, я не знаю, как он подробно называется, здесь у нас пока что готовится... Пидибимо какое-то с выходом на А, открытый стрип, и, по-моему, это быстрый разворот и выход на радио. А на радио здесь поджим и тотальный датско вкусный сладкий прием. Короче, тут почти минус 5. Фриско пытался здесь догнать сейчас своего оппонента, но не успел. 1-0 в пользу Израиль в первой пистолетке. Начинает опять молниеносно, вот не закончилось бы это. Для Fnatic очень негативно, как бы. Вот на трене начало было тоже, знаете, такое положено. Я просто здесь привожу такой пример с трейном, потому что это две темные карты, здесь по балансу. Ну, они по балансу очень похожи, то, что дефенс реально, да, имеет преимущество из-за позиции, из-за того, что все пространства, кроме улицы, куда выходит атака, они узкие, в них нельзя развернуться, не отойти. Так, здесь выход под флеш с диглами на, по-моему, готовит Fnatic. Смотрим на дружелюбный прием Аркадиона и его друга Трейса. И пока, в принципе, Трейсер, Каши справляются нормально. Там еще сплунта у нас так. Ну вот, Сильвестр Колония даже умудрился здесь юспа забежать в мейн, еще кого-то убить, забрать кольт, забрать гигл. Господи, Колон, минус один. Вот он, вот реально, слушайте, он реально еврей, да? Он делает всего лишь минус один, и с этого минус один он имеет кольт и имеет гигл. Ему еще и АБП дают на следующий раунд, он еще покупает. Господи, да он тотальный барыга, друзья мои. Разменял тиммейтом. Диагноз. Нет, наоборот, это хорошо. В этом ничего нет плохого, просто попытался неудачно пошутить, но все равно, как бы, приятно наблюдать, что есть такие парни, которые весь профит выхватывают с раунда. Полон минус на улице. Ну, тут опять не церемонились, по-моему, Fnatic и решили, наверное, серьезно подойти к нюку с бая. Эх, последний нюк от датчан, которые вообще были и которые я видел, этот нюк назывался Mortal Teamwork против команды Moscow 5 на DreamHack в том году, тем летом, вроде 16 по 19 он как раз проходил, тогда я работал на другом ресурсе. На Games World, кто не знает. И там, в общем-то, Moscow 5 на унике просто выжимали из себя все соки.
и бились до победного с командой MTW, выиграли их, но тогда Нюк меня даже не впечатлил. Но сейчас другое время, другие лица, другие звезды, другие люди, и вообще тут все другое, поэтому давайте смотреть. Очень агрессивный раунд на железо, турецкий прием, на него открывается калаш, спрей от турецкого вдаль, ну 19 хп, да ради, в принципе, там добрал, но вот дальше что будет, пока что непонятно. А граната от Аркадиона, все ясно, минус Гукс, минус Моди, продолжает тут турецкий выпиливать просто фантастические финтифлюшки. В ответ тут... О-о-о-о! Вы видели, что там на баре было? Это просто лол. Это просто лол. Фриз, он, походу, сидел вот здесь. Он, походу, либо был здесь, либо сидел где-то здесь, ему с девятки просто залетело до 10 хп. То есть он даже не падал. Неприятно, конечно. Вот начинать с таких неприятностей, это самое, наверное, оно и есть. Вроде первый бай, все должно быть более-менее гладко, но нифига. У меня начинает, кстати, тормозить компьютер, поэтому если стрим лагает, не парьтесь. На записи все будет окей. Компьютер лагает, потому что в помещении миллиард 500 градусов. Здесь, по-моему, вообще такое ощущение, что Киев Киберспорт Арену телепортировали на солнце. И высадились ночью. Это как Кэп. Кэп говорит, типа, высадка на солнце невозможна, температура 40 тысяч градусов. А ему два друга, которые любят в Стартреке, такие выдвигают, мы высадимся ночью. Старый баянный прикол, просто не в тему, но говорить пока здесь не о чем, потому что играется эко-командой Fnatic и Колониус Динозаврию. Вот Колон Стар просто. О, вот это банка! Просто в ряд двоих. Дистанция там просто нереальное количество на самом деле было. И такие две башки залетают. Ну, после такой банки, по-моему, парень сейчас будет переться. Все, на улицу к нему ходить нельзя. А Фнатикам еще не особо шибко везет. У них только один с ближним респауном чувак есть. Давайте посмотрим, что будет делать Гук с ним. Потому что от него зависит реально последующее действие у тиммейтов. Это, возможно, открытие скрипа и взрыв мейна. Но я думаю, вряд ли они будут мейн взрывать, потому что там стоит ВП с колоном. Но они могут думать, что колон играть, возможно, будет из-под девятки. И улицу запирать достаточно закрыто. И нет, все-таки Гук сыграет у нас сразу на прострел. И полез. Пошел прострел девятки, прострел нерезультативный, как видно, никого на точке нет. Попробуем посмотреть, что будет делать вообще в целом Fnatic. Ну, интересен, конечно, нам, в первую очередь, колонн. Тут вот очень хорошая позиция у Дачан. Обратите внимание, они отдали всю точку А, чтобы вот так вот в ряд расположиться и контролировать улицу. Они потому что видели, ну и слышали уже до этого, что там два игрока атаки есть. Эти два игрока атаки будут на себя пытаться отвлекать внимание, а вот основное звено должно что-то здесь делать с инсайдом, как я понял. Но, по-моему, тут они столкнулись как бы с трудностями, но вот вызвали Моди, и он тут уже начал помогать. Убили кола на улицу, пока открыли. Достаточно неплохо, на мейн экзист. И посмотрим, как дальше пойдет здесь атака. Моди 16 хп, но вот после перестрелки, конечно, ему здесь предстоит плотно попотеть, будет в качестве запирающего игрока. Ну, в общем, пассивный раунд его исполнение мы увидим по-любому. А вот как разыграет сейчас Трейс, это уже на самом-то деле интересно, потому что никто не знает, что он здесь находится. Он просто ждет флешки на улице, чтобы чекнуть, увидел он выход мейн. И... вот этот парашютист без парашюта. Это по-датски, это по-нашему. Знаете, помните, такая раньше реклама была? Гукс минус Аркадион. Ох, Гукс, как сыграл с девяткой. Красивый хедшот, выходит бомба, ставится на мейн. Последний у нас турецкий, который... Вот это просто амбалангард! Ну, двоих мог забрать, но... Забрал одного, но не ушел. Ну, хотя бы в размен. 5-1, второй бай от Fnatic. И очень уверенная игра через улицу на плент. Заставляет немножко вздрогнуть, наверное, Израиль. Перебивает их мальца планы, но там все сошлось на том, что Колон сыграл не очень красиво. Он как бы вышел на перестрелку с Моди, как я понял, он даже по нему попал, оставив ему 16 хп, скорее всего, в ногу. Но, он был слишком открыт, и его там разбирало очень нехило, плюс прострелы, и застали врасплох. Так, Керриган, хэшечка рам, там две хэшки в рам, турецкий сразу пострадал, но не сильно, прострелы крыши. Колон, минус фриз. Вот если Колон возьмет дробовик и пойдет в Point Blank с ним играть, то я думаю, там будет нереальное количество мяса. Туркиш минус Моди, Колон, чекулицы, пока что продолжает. Ну, тут он еще под прикрытием, как-то с ним там вместе Зюпикс есть. И тема в том, что друг другу они там будут просто помогать. Ну и убив численное преимущество, особо сильно Израиль не волнуется. Они просто играют перетяжки на укрепление рамп, укрепление А, укрепление железа. Укрепление А, укрепление железа. То есть у них план примерно такой. Ничего сверхъестественного нет. У турецкий агрессивная позиция на ящике, минус попытка прострела. Ну, будку запирать должны. Смотрим, как Гук сыграет. А Гук сыграл на ура, на выпад. Хорошо, открывается на Туркиша. Пуш и минус. Минус Туркиш. 2-3. Есть шанс у Fnatic, но прострел от Аркадиона сразу же все железные мечты Расмуса просто разрушает. И последний Керриган пошел на своего соотечественника и сразу выхватил с большого зеленого
с большой зеленой убийцей машины. Великолепную штуку. 6-1, 5 раундов преимущества за Израиль. Фнатик начинаются сейчас уже первые проблемы. И сейчас они играют уже, скажем, в легкий ва-банк в половине. У них один раунд всего, они покупают на последние деньги оружие. И если они будут действовать такими же агрессивными темпами, не нарабатывая себе преимущества и играть будут в размене крайне нагло, то я думаю, после размена, вернее, если они будут играть крайне нагло, как до этого, то я думаю, их здесь не ждет успех. Ну, пока разыграли хорошо. Саплин Том по улице красиво также прошлись. Гзист простреливает 9. Там, по-моему, сейчас будет либо выход в будку, либо выход со скрипа. Фриз минус трейс. И да-да-да, здесь вот сейчас уже сложно что-то будет сделать при выбивании. Как бы 3 в 5. Не, выбить можно атаку всю согнать, но тема в том, что тут заходить будут, как я понял, из будки. Да-да-да, здесь просто со всех сторон Аркадион с пунта убивает первого, знает, что с мейна будут заходить. Прячется за точкой, но играет на чек. И Керриган! Красивый хедшот в точку. Зюпикс поджим нуля. Не, ну поджим нуля здесь неэффективен. Вот здесь вот должен был быть Сильвестр. Ой-ой-ой, он отошел. Моди отошел, но Зюпиксу, как видим, все равно тут не удается с этой позиции что-то придумать. Бомба ставится, как и ставилась. Фрис его еще вдобавок минусует вообще с ангара. И это уже проблема небольшая. Ну вот, зато Фнатик здесь не дают, как бы, своим соперникам набрать преимущество в деньгах, дабы лишний раунд доминировать, и слива не будет. Поэтому это 6-2, и, возможно, мы увидим плотную борьбу дальше. Ну, еще посмотрим, как сейчас здесь Туркиш сыграет. Вот его здесь Гиз должен был убивать. Да, кровью зашел, но убил. Тут уже интересно. Еще таких 2 раунда, и Израиль начнут немножечко сдуваться, как это было на Инферно. Ну, там примерно с такого счета Фнатик пытались как-то, да, выровнять ситуацию. Но это было Инферно. Здесь другая карта, другие правила. Здесь вообще все другое. И с этим надо что-то придумывать. Но Фнатик взяли 2, значит, могут еще. Так, 3-2 сплит, куда не ясно, но будут, может быть, на вырисовываться через мейн. Там сейчас мне интересно, как Колон разыграет. И пока никак не разыграл. Вот фокус на будку, 100 хп, он ушел. Понимает. Ой-ой-ой, сел гранату с будки. Моди играет с радио, там поджим от Туркиша. И Туркиша просто увольняет. Зюпикс отход, Моди закрепился в радио. Улица тем временем медленно у шведов прошла, и они готовы, в принципе, атаковать Анос. При этом, при всем, у них есть преимущество, и они его пытаются реализовать на железе в виде Моди, который ставит 2 бешеные головы. Остается последний Колон, и на он здесь герой-одиночка. Такой Forever Alone-чик бродит. Ну, там есть Трейс, но у Трейса хп настолько мало, что он как бы даже не вписывается в этот расклад. О-о-о, вот это да, вот такой вот Колон, это, конечно, безумие. И давай с одним хп против троих. Не, ну он тут сыграл тоже, кстати, технично. Обратите внимание, он даже гранату успел выкинуть еще туда, куда надо. 6-3. 3 раунда преимущества за командой Израиль. И предстоит парням сейчас из Израиль тяжко. Вот у них начинаются проблемы с деньгами. Очень-очень-очень такие, знаете, опасные проблемы с баблом. Но я думаю, они смогут победить их. Так, АВП готовится. От Фриса, а скрип что? Скрип не открыли, а ВП стреляет, что ли? Это... А, нет, открыли, странно. Либо защита... А, нет, его открыли они сами. Либо защита открывала, только он что-то никуда стоит. Надо было смотреть изначально. Прострелы 9, выход рамп, там Трейс плюс Зюпикс, Колон улица по-прежнему. Ну, там даже не улица, по-моему, нет, улица от Колона из-за ящика. Рискованная позиция, на самом деле. Вот как его Керриган смотрит. Так, Керриган его как раз на выход и смотрит. На стяжку Зюпикс под 9 проходит. Нет, тут будут давать поставить бомбу шведам в любом случае, потому что без улицы Колон не сможет никак помогать с мейн. И если здесь Зюпикс не поможет своим тиммейтам, то будет очень-очень тяжело. А Трейс вот тем временем на нижнем плинте изучает текстуры. Вот смотрим, что Колон. Вот он не знает, что сейчас делать. Тут вроде бы как бы и выбить можно, но один красный, а улица не открыта. Тут еще Керриган гуляет. Нет, Колон его убивает. Зюпикс, чек под девяткой, пусто. Ну что, 2 в 3, друзья, здесь крутятся барабаны. И опять шансы, в принципе, уравнены. Ну вот то, что Фнатик на бомбе, это хорошо. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как здесь Зюпикс падает. Неудачно, Колон, минус, юсп, Гокс, Гокс! Не справляется с позицией, бомба сильно пищит, но все равно раунд остается команде Фнатик. Пока очень уверенно сыграли они в атаке в последние секунды. Гукс принял правильное решение, не стал уходить, разворачиваться. Дал демейджа по Зюпиксу, но вот время здесь спасло ситуацию Фнатиков. Если бы Зюпикс не стал выходить с девятки, а помог бы Колону убить улицу, они могли бы раньше с мейном вдвоем ворваться. Один бы тип все равно был бы с девятки, это хоть какое-то отвлечение внимания.
Но Fnatic еще и встали, на самом-то деле, очень, очень грязно. Как бы можно было сыграть намного чище, увереннее, там, стать где-нибудь, например, с нуля. Хотя там смысла тогда не имело. Они, наверное, боялись то, что там, возможно, будет какой-нибудь онлайн-герой, ведь игра в онлайне, который зайдет с нуля, но такого не произошло. Ну, вот у Нека это выход на 6-5 от Fnatic, и это уже, друзья, для шведов хороший результат. Именно потому, что они берут вот этот свой пятерик, который может ему второй половине в перспективе принести победу. Но я думаю, они, конечно же, пойдут до конца, потому что чем больше они раундов возьмут в атаке, тем меньше им предстоит брать в защите. А вот Израиль, набравшись сил, глотнули свежего воздуха, взяли 6 очков в защите, но дальше Fnatic все-таки понавтыкали палки в колеса. Но это уже говорит о том, что игроки действительно у шведов опытные все. Они могут подстраиваться и, в принципе, активно пользуются тем, что умеют. Ну и свою же лигу проигрывать как-то негоже. Что ж о них потом адмирал Карна подумает? Я, кстати, тут Карна назвал адмиралом в скайпе. И у него был момент весьма справедливого негодования. Он, по-моему, не врубился, о чем я. А я думал, они все в Швеции его адмиралом называют. На самом деле, на последнем DreamHack'е Карна затроллили, когда крутилась реклама, кто помнит, с MSI'ем, где там Карн стоит. В общем, эту рекламу там крутили на DreamHack'е на сцене просто. Вот ролик с Карном и сверхкороткий ролик вообще про какой-то левый предмет. И потом снова ролик с Карном, там ролик с Карном крутился, там все орали. Ууу! Еее! Камон! Я бы тоже на КС забил, если бы меня так там прямо... отштопывали. Ну что, здесь выход с разменом на железо уже увереннее у шведов все получается делать. Фриц вообще почувствовал силу в себе. Просто в нем, видимо, действительно скрывается сила какого-нибудь мощного создания. Ну и 6-6. Вот она ничья, друзья. А денег-то у Израиля нету денег. Все. Мои финансы поют романсы. Пора устраивать какой-нибудь сверхэкораунд. Посмотрим, что сейчас подготовят у нас датчане. Они могут на самом-то деле выстрелить с диглами очень хорошо, но здесь надо, чтобы Fnatic подыграли, и пока, в принципе, к этому идет. Вот колон, покажись мне колон. Так, минус туркиш. Колон сейчас, если пойдет на гукса, будет ему трудно. Сейчас посмотрим, как колон чувствует дигл. Пока здесь колон думал, там его тиммейтов всех на железе убили. Ну врывайся ты уже, что тебе ремня дать? Все, он остался последний, но его здесь уже смотрят в спину. Как видим, вышел очень-очень аккуратно. Слышит игроков атаки. Ну его задача здесь сыграть максимум на минус. Там может быть на девайс, но как видим, Гукс ждал. Колон не врывался на самом деле правильно. То есть там могло быть так, что два игрока просто остаются на инсайде. Или даже одного бы там хватило, в принципе, чтобы диглы принять. Стэшки или там даже... Цириспа мог стоять, мог смотреть вообще просто врыв там сверху железяки. Куда колон, кстати, как раз таки не посмотрел, когда выходил. И... он не ломился. Ну, ему инфу не давали, то что сколько народу, по-моему, на железе, поэтому он не стал так быстро выбегать. Ну, может быть, дали инфу, но там было слишком мало народу, и это как бы не значит, что надо заходить в аркаду, ломиться. Где бы там все равно могли принять на два девайса. Так, ну и Fnatic что-то разозлились, и на шутку минус туркиш сразу. Нереальные какие-то подъемы испытывает Моди сейчас, творческие, давая по два фрага жестких, при том, что первую половину он практически еле-еле двигался, еле бегал. И снова контроль апплента за командой Fnatic. Как бы тут услышал Керриган ВП. Родные звуки надо убивать. И вот родные звуки пошли на пользу ему или нет, но вот верхний фарыч здесь закрыли. Трейс, минус... Керриган попытка убить здесь, как видим, ангар. И 2 в 3 моментально, посмотрите, рискнули Fnatic выйти на агрессивные позиции. Но есть Моди, есть Гзист и Гзист с каналки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там дефьюз-бомба, Гзист не спешит, а дефьюза нет. Ой, 8 секунд, 7. Все, последний шанс и... Ой, Гзист успевает убить! Ну что ж ты творишь сегодня, Гзист, а? Ну надо было аккордеоном... Телом закрывать, а не рядом вставать. Еще я ВП не подобрал, Кольтом поделился. 8-6, друзья, Fnatic, просто великолепный раунд. Просто великолепный раунд. Вот какое у Гзиста чувство, да, было сейчас. Он реально знает стиль игры оппонента. Он знал, что они дефьюзить сразу не будут. Что будут смотреть. Они смотрели с девятки, смотрели с будки. Это самое, наверное, логичное как бы местоположение, которое могли быть. Но вот вся фишка была в том, что Гзист был в каналке. И застал врасплох одного. Не, ну-ка они туда пофокусили, просто было поздно. Главное, что Гзист вовремя вылез. Здесь, конечно, тоже есть доля везения. По-моему, мог быть вполне ниндзя-дефьюз.
И он бы даже, может быть, успел бомбу сделать. Дефы-то были. Но здесь агрессивный выход на А. 2-3. Размен очень жесткий. Кроет будку Трейс пока со скрипом запер. И Xyz остается последний с бомбой на руках. 1-3. Уходит на нижний плент. Кидает дым. Спешит поставить бомбу. Но вот на ласт раунде, конечно, я сомневаюсь, что он здесь может долго пробегать. Как бы, ну вот что он сейчас? Остался он в каналке. Смотрит дальнюю. В упоре тут по-любому вылезут. Нашивать. Ой, тут два. Да, тут 2-1 как бы выход. Да, сразу два с вилки. Один с каналки. Xyz просто шансы здесь не дадут. Я даже думаю, не то что шансу. Он просто сам себя сейчас запер. Он мог здесь сыграть по-хитрому, оббежать, не знаю, оббежать по малому метро, но тут ему уже как бы не отбиться даже. То есть вот тут сразу, смотрите, тупо прессинг. Он выходит, а там уже прессует. Ну и 8-7, первая половина. Ничего вам не напоминает, друзья? Эх, и посмотрим, что же у нас тут за половину получилось. 14-8, Аркадион, Колон 14-9, 15-10, Трейс, Туркиш 6-10, 5-8, Зюпикс, Xyz 5-9. Сразу видно, координировал. Но вот раунд важный взял. 4-10. 12-12 Гукс. Моди 13-10. 11-13 Керриган. Ну вот терпели. Терпели много, но первую половину все же переломили на себя. Вот, было видно, что у них там были какие-то проблемы. Но с этим особо ничего не поделать. По оружию, думаю, тут все ясно. Колон. 10 фрагов. АВП. Все. 2 фрага у Фриса Савика. Пистолет. Моди. Глок. Ну и тут калаши в основном от Гукса, который он... впиливал в девятку, при том, что нереально попадал. Ну и доминация Колона над Фрисом. Было, кстати, наоборот немножечко. И один раз баланс. Колон 2-2 сыграл с Моди. Ну, в общем, вот тут у него было просто больше контактных моментов, как бы. И в большинстве случаев Фриса он там перебивал, когда уже... Ну, в первых раундах. В первых раундах он перебивал Фриса, а дальше они просто не соприкасались, потому что он с ВП большую часть первой половины не двигался на улице, а оставался на пассивных ролях. Не старался рисковать. Ну и мы ждем, конечно же, рестарта. Опять 25. Пока что напомню, что ключик Dota 2 упадет сюда. Подписывайтесь на страницу, не стесняйтесь. Помимо того, это не просто подписка. Там вы сможете получать регулярное расписание трансляции, которое будет на Кибер-арене. Также туда выкладываются практически все записи трансляции моментально после стрима. Ну, как только YouTube их обработает, так они там появляются. Ну и там есть общение. Немного тем для обсуждения. Ну и регулярное голосование, конечно. Не все здорово, но стараемся, как-то живем. Как-то живем, друзья. Ну что ж, я жду, когда здесь все-таки вот придет к нам сила Господня, или как там еще ее можно назвать, и мы все-таки сможем насладиться остатками во времени в Counter-Strike, которое нам сегодня выпало. Завтра, напомню, друзья, играется второй полуфинал. Второй полуфинал этого чемпионата. Завтра будет также очень коварная, жесткая баталия, которую мы будем с вами смотреть. И... также по дефолту это будет в то же время, что и сегодня. Так, мне вот тут что-то пишет. Что-то мне тут Little написал из The Nation. Ох. Ладно, давайте смотреть. Ну что, первый пистолетный раунд второй половины. Поехали. Атака. Израиль 7 раундов в первой половине они смогли взять. 8 очков у Фнатик. Счет на табло. Все понятно, доступно. Хватит капитанить. Фаст выход там. Со скрипом. Так, Трейс открывает счет в раунде. Ставит. Ну, не хедшот, но дает минус. И вот припозднились специально, что простерялись игроки защиты. Выходит. Выход в плен. Два девайса сейчас пытаются перекрыть мейн. Это Фриз 2 в 2 ситуация. И если Фриз... законтролирует здесь инсайт, то шансов не будет. Открываются на по 9 здесь. Колон вместе с турецким сносят Моди. И теперь действия. Действия атаки для Фриса становятся все более непредсказуемыми. Посмотрите, лезут в девятку. Ой, лол, ой, лол, ой, лол, ой, лол. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Пуш Фриз, Колон, 64 хп, стрельба. Ну что ж, кто ж родит? А-а-а, это 8-8. 8-8, экшена просим, друзья. Экшена просим. Огонь! Как же они тут кэша Фрикса забрали? Не, ну тут косяк просто. Кто ж там стоял? Моди под девяткой стоял или стоп? Да-да-да, Моди стоял под девяткой. Вот это ошибка. Вот он там проявил реально самоуверенность. Он стоял и думал, что он убьет, но он не смог этого сделать. И, естественно, атака совершенно спокойной прошла туда, куда она хотела попасть. Как бы им это не составило никакого труда. Так, один момент, пардон. Сейчас, одну секунду.
Я просто устал, и мне уже становится стыдно от того, что у нас тут жесткие-жесткие лаги в игре. И это потом все идет кривотой. Ну, вот сейчас, наверное, должно быть получше. Ну что, давайте смотреть за матчем. Здесь выход пока что на с девайсами против двух беглов, оставшихся от стрел. Экзист, остается приз. Ну, за призом тут уже объявлена охота. Зюпикс минус фриз. И того, как видим, ну, минус 2 на эко все-таки смогли дать Фнатик. Напомню, что у Фнатик сейчас будет один девайсный раунд. Потом, если они его не берут, у них начнется легкий траур в экономике. Но дальше они смогут, по сути дела, себя показывать на девайсах. Ну, в их же интересах здесь как можно раньше собраться, и желательно, чтобы к первому девайсному раунду, ну, то есть следующий раунд, который будет, они начали уже контролировать ситуацию. То есть как-то навязывать свою игру, нужно начинать сразу же с девайсов. Сыграть в аркаду, не знаю. Сыграть в аркаду, снять, не знаю, шлюх датчанам, чтобы они успокоились и не бегали как бешеные сайгаки по полю, которые голые собирают гашиш и потом смазывают его из себя. Но только здесь они бегают как бешеные сайгаки и всех перестреливают. Ну, на девайсах это может выглядеть реально так. Ну, сейчас увидим. Просто не хочется, конечно, увидеть Фнатик здесь в качестве проигравших. Вот уж очень мне нравится их состав. Хотя Израиль нравится тоже сейчас уже многим, так как, ну, реально команда привлекает к себе внимание только потому, что там находят... Ну, представляете, они собрали двух олдовых... Здесь есть два олдовых игрока. Два плывых игрока, это Turkish Shark и Dion, датской Counter-Strike сцены, новичок Зюпикс, читер Колон, и непонятно какой Трейси, в какой он форме, то есть это какой... Это команда, которая на самом деле, вот именно когда такие команды собираются, потом они просто удивляют всех. Аркадион один вышел на, думал план пустой, но нет, Гук закрыл, скрипт открывается с Зюпиксом, прошла инфа. Так, Фриз кроет. О-о-о, тут вообще классная расстановка на самом деле, только у Фриза не АВП, и это минус. Сейчас если Керригана отстреливают, нет, Керриган дал минус 2 свои на железе. Пришла хелпа, моменталка влетела, аркады нету, в ответ прилетает ХАЕ, но тут буквально как бы Фнатик понимает, где находятся враги. Керриган, третий фраг, и минус 4 от Керригана. Вот так вот надо было зубрить просто своих врагов изначально. Ну вот такими темпами примерно, если будут действовать Израиль, Фнатик будут их наказывать и оставлять позади по раундам. Но может все получиться и совсем наоборот. Может, это была просто, знаете, разминка от Израиль. Типа, сейчас мы посмотрим, на что эти пацаны способны, а потом мы сварим им вкусный-вкусный борщ с перцем. И у них будут красные-красные щеки после этого борща. Ну, в смысле, будет стыдно команде, потому что они проиграют, я это имел в виду. Но у меня опять не получается ни хрена говорить, потому что жара просто мозг съедает. 4 в 4, от попытка открыться на скрипе была достаточно удачная. Будку даже удалось выйти, но там прострелом, видимо, забрали одни с будки. В итоге тут просто серия прострелов с нуля, которые влетают в девятку, и результата от них никакого нету. Ну и Гукс один, кто может контролировать пока на ситуацию. Это, возможно, будет врыв, но я думаю, что пока рано, пока ему рано. То есть тут, когда уже Керриган будет давать ему информацию, Гукс может сыграть на врыв. Но еще не ясно, что придумали все-таки Израиль. 4 в 4, это еще так себе ситуация. Здесь все может быть вплоть до наоборот. Ну что, давайте смотреть, Колон. Выход медленный в будку. Гукс все еще на контроле. Вот, конечно, сдержанность здесь у Гукса присутствует в этом раунде. Он отворачивается от флешки, но ловит флеш другую совершенно. И будка выходит. Ну, почти выходит. Гзист минус. Гукс! Оп! Вместе с Гзистом. А Гзист скрыл откуда? А, Гзист с восьмерки сидел. Все. Все. Что-то я вообще... Я думал, что он так с девятки отстрелял. Не, ну вот от Колона ты не уйдешь. Вот Колон знает где-то изначально. Давайте посмотрим 1 в 3 за юным дарованием изданий. Ну, вот юное дарование закончилось у него при том, как он шагнул со ступеньки. Да, дар пропал, получил в голову. Вот вам и 10-10. Фнатик все-таки с девайсным раундом отыгрываются. Ну и теперь начинается «Ты мне, я тебе». Потому что эко у датчан, и им предстоит сейчас нелегкий вообще выбор. То есть им нужно здесь уже делать какие-то определенные выводы на следующий девайсный. Потому что сейчас мы поняли реально за девайсные раунды Фнатик, что Израиль к ним не особо сильно готовы. Вот. Хотя здесь закуп все-таки сыграли датчане, странно. Бомбы не ставили, решили сделать бай. Это риск. При том, что они, по-моему, даже сейчас будут играть без раскида, потому что пошли по улице, чтобы сразу пытаться крыть там расстояние, на минус 2 выходить, уже потом в преимуществе пытаться что-то сделать. Но раунд будет действительно затяжной от нападения. Оп! Ну вот one shot, one kill. No luck, just kill. I'm from Denmark, guys. I not love Valhack. I like моди, говорит Колон, и
И дает просто фантастическую флешку. Прям на 5, друзья. Просто. Это просто 5 флеш было. А дай-ка кину я за красный. Ну и он кинул ее, в принципе, за красный от красного. Попала только за мейн. Вот после ваншота такой провал. Game was paused, guys. Ну, это перерыв. Это перерыв, скорее всего. Я даже думаю, что это тайм-аут. По Киеву сейчас полночь, друзья. В Москве час ночи должен быть. И вы, наверное, все... Вы, наверное, все взволнованы. Кто же все-таки закончит этот матч победой в свою пользу? Я, в принципе, тоже взволнован. Я пока что зайду на Хелтворк и посмотрю, что же там у нас. А, ну сегодня лайф-репорта, по-моему, от Никсона нету. Тяжело. Тяжело. Завтра, кстати, матч, по-моему, отменили. Если я не... Так, ну, может быть. Может быть. Может быть, отменили. Но я буду надеяться, что нет. Просто если завтра опять полуфинал перенесут, то это будет, наверное, вообще удар. Это будет катастрофа просто по всему, по всем нам. Такое расписание составил. Ну, а здесь отстрел улица от Рейса и прием на агрессивный от Гукса Экзист. Экзист опять минус 2 дает на этот раз будки, при том, что... Оу. Тут вот с 9 как-то так вот попал Керриган. Я думал, это Экзист убивает, но не долетело. И вот вам раунд преимущества 11-10. А, я понял. Я понял, что произошло. Сейчас просто они сделали перед Эко, вернее, вот сейчас у них была пауза, как бы после Эко сделана у Израиля. И они, видимо, просто очень долго думали. Не, ну не очень долго, но средней тяжести думали, что будут все-таки вытворять. А может, просто подвесон какой-то был. Кстати, несмотря на то, что у Гзиста пинг 47, он все равно 11 на 13 стреляет. И как бы с учетом того, что ему еще надо координировать и думать о многих процессах, происходящих в игре. А, тут еще вот выкинуло кого-то. Да, тут вот у нас выкинуло парня с нулем. И в итоге... Теперь мои глаза открыты. Моди вылетел. Все, понятно. Сменил ник. Но у нас хотя бы статистика его осталась. Это радует. Я думал, все-таки паузу брали Израиль. С одной стороны онлайн, с другой стороны да. Итак, продолжаем наблюдать за матчем. Надо отвыкать от этого слова паразита. Продолжаем наблюдать. Надо говорить. Жарим пельмени. Выход на арк. И он, ну вот с Трейсом только начали хорошо выходить. С разменом. Ситуация постразмен. Мы смотрим, что буду делать сейчас. Тут жесткий наш инфа. Гукс отстреливает Аркашу. 3 в 3 ситуация. И после размена ситуация накаляется. Посмотрите, Туркиш разбивает каналку. Проходит вниз. Там Керриган просто режет без ножа. Туркиш выбивает. Слышит весь опыт сейчас. Подходящий просто под ящики на железо. Кладет Зюбикса. И спрей в Трейса. И это минус 3 ключевые от Керригана в раунде. 13-10. Израиль подавлены. Сыграли просто очень-очень быстро. Очень быстро. И, по-моему, задумка была изначально, что бомба уйдет. Но вот не смогла бомба сыграть снизу нормально. Но надо было подождать. Надо было подождать, когда зайдут все-таки тиммейты на железо. Но вот поздний заход на железо, в принципе, ну мы видели, что произошло. Они просто знали, что там Керриган, но они не знали, где он. Пойдет он по 9. Будет ли он открываться или нет. В итоге действовали агрессивно. Дошли до вилки и из-за этого пострадали. Очень коварно пострадали. Здесь пока что прострелы 9. Очень жесткий раунд играет атака. Колон Туркиш минус в паре дают. Суммарно. Минус 2, естественно. Бомба дефолт на мейн. И теперь вот 3 в 5 как-то моментально. Все поменялось, да? Смотрим, Керриган в поджиме. Экзист фриз. Но это возможный сейв. Но тут зависит все опять же от Керригана. По-моему, вот такие парни никогда не сдаются. Он еще тут решил вообще тут прочекать. А да, догадаться надо, а? Он еще... А, он слышал крышу, он еще и понимает, что там игрок атаки. Вот это да, конечно, этот вот... Опа, друзья, баночки поехали! Ну вот, успел бы, если прыгнул. За 3 секунды бы же допрыгал до бомбы, ты бы успел в ноль задефить. Тут уже просто Колон в каналке, Трейс тоже в шоке, как этот парень нас всех напряг. Не, ну это, конечно, уровень, когда ты выходишь, ты слышишь парня и начинаешь сразу чекать его на улице, а потом только делать свое дело, еще создаешь плотное давление, убиваешь в скрипе. Вот, по-моему, Керриган сейчас как раз-таки в форме. Но если верить статистике, он даже охренеть в какой форме. 25 на 16 за всю карту, это очень неплохой результат. Хотя 22 на 17 у Трейса, но... Они, в принципе, игроки одной школы. Кто не знал, то есть, я еще помню Керригана, когда он играл в Gravitas Gaming. Когда там еще не было американского состава и существовала Warcraft команда еще с россиянином хулиганом, там еще вроде ход играл. Так, ну тут пока что прострелы инсайда, Туркиш выход железа, Керриган на попытке приема. И давай смотреть, чем это закончится. Мув, конечно, хороший от Израиля, но вот тут они не продумали опять, как будут разыгрывать. Как там будет один Туркиш разыгрывать, если он с бомбой так отфейлился.
на нижнем планете, то одного его без флеша выпускать было вообще крайне глупо. Может быть, он просто поломился сам. Дрейк особо сильно не переживает, а Керриган продолжает марапупинг устраивать своим соотечественникам. Ой, ой, все, тут Ваню дурачка включил. Вот если бы он был русским, я был бы рад просто. Нормальный пацан играет, да, в России. Вот реально, вот умом Россию не понять было бы, да. А тут он еще и так таранит. Если бы он был русским, мы бы писали что-нибудь Crazy Style. Ну вот, вот если взять, к примеру, Эдика, да, из М5, и посмотреть демки, где он уничтожает шведов, разных буржиков, я думаю, они до сих пор в шоке. Ведь у Эдика очень много моментов, где он далеко, далеко превосходит Колона. Вот если покопаться, я думаю, в записях там можно найти такой экшен. Так что давайте зашлепаем Эдика в матик. Алекса отправим играть за... Sky Gaming вместо Булпана. Тогда, наверное, будет интересно Counter-Strike сцена. Просто еще ни один русский игрок не играл в европейской команде. Ну, Хуча Гейминг не в счет, друзья. Ну и Virtus.pro, как бы, с Кучером и Хаосом тоже как бы не считается. Было бы интересно на такой тандем посмотреть. Ну тут уже 15-11, и я думаю, вы поняли, чем закончится эта встреча сегодняшняя. Но я не буду говорить свою коронную фразу, что эту команду уже ничем не остановить, только потому, что я это сказал два раза на матче Киршнет, папа сказал один раз на матче Киршнет, и команду прозвали просто в Украине теперь Драунет. Драунет. И как бы... Молчим, за умного сойдем. Ну что, здесь последняя песня гусей просто. Ну вот крабят, крабят просто, а, но тут сразу минусы. Минусы, минусы, минусы. Ну, а так разменивается свой порт. Правда, вот прострелом здесь могут, конечно, напрячь такие парни, как Фигат. Меня, короче, радует то, что здесь Фриз живой остался, дал минус 1 в 2. Он дал инфун, значит, что Колон в мейне. Ну, вот предсказуем, конечно, здесь позиция Керригана, его выход. Оп, минус. Минус тюпикс, Колон. Ой-ой-ой-ой-ой, 2 хп, Колон, ну что ж ты? Так, пытался здесь трик сделать сейчас у нас Керриган, и Колон выходит с будки. Ой-ой-ой, прострелом. Ну что, друзья, 16-11. Это 16-11. Керриган берет последний раунд команде Fnatic. Счет становится, друзья мои, 2-1 по картам. Fnatic показали просто блестящую игру. На двух картах на трене уступили Израилю. Но, видимо, парни еще хотят продолжить биться. Давайте посмотрим все-таки на финальную статистику последней карты этого полуфинала. 24 на 17 Колон. Ну, мы это все видим. 22-20. Вот мне интересно, как же здесь разыграл Керриган. Давайте посмотрим. 32 на 16 он настреливает. У него по минус 2 в раунде было 6 раз. 4 раза он делал по минус 3. Минус 4 дал 1 раз и 1 в 2 взял раунд. За всю карту Денюк. Вот ни у кого больше такой статистики нету. В принципе, ну, близко к нему там стоит Колон, но у него там немного другой разброс. Он здесь вот по минус 2 давал 5 раз, минус 3, 2 раза всего. А вот Трейс играл только по-крупному, если верить статистике. Он минус 2 дал 1 раз, а минус 3 аж целых 3 впилил. То есть на один раунд, ну, меньше, чем Керриган. Ну, статс 24-17, да, похож, похож. Но вот последние раунды, конечно, был у него там определенный недобор. Доминация такая, что... Зюпикс проигрывает Керригану 9-1. Но это все опять же благодаря тому, что Израиль просто ломились на рампы, и в итоге на рампах их там принимали достаточно добродушно. Добродушный Керриган, который раскидывал сначала двоих, сначала одного, потом второго, потом сразу двоих. Ну, впирался. Ну и в баланс играли Аркадион с Гуксом. В принципе, Гукс тоже продемонстрировал себя с очень такой яркой, лучшей стороны. Ну и я с вами, конечно же, не прощаюсь. Я остаюсь здесь, потому что сейчас сюда будет падать ключ. Мы сейчас будем смотреть, сколько ж вас там народу за сегодня зашло, чтобы примерно знать, кому этот ключ Dota нужен. Ключик сегодня у нас только один. Падает по той же системе. Я не буду ничего менять.